Ситуацию, связанную с бесперебойным водоснабжением, ремонтом и содержанием автодорог, обсудили на совещании в правительстве под руководством заместителя председателя правительства республики Абубакара Миржоева. В работе совещания приняли участие представители администрации районов, городов и дорожных служб. Абубакар Миржоев потребовал привести в порядок федеральную трассу и дороги, ведущие в столицу республики. В этом процессе должна быть задействована вся уборочная техника, пояснил он. Необходимо наладить и бесперебойное водоснабжение в населенных пунктах. Серьезно займитесь этими направлениями, сказал Абубакар Миржоев, обращаясь к участникам совещания.